Собственник квартиры 118, дома 12 на улице Интернациональная 5 лет назад полностью выполнил ремонт в квартире и на балконе за свой счет. Евгений Соколов отремонтировал балконный козырек, перекрыл его качественным гидроизоляционным материалом. На протяжении последних 5 лет крыша на балконе не протекала. После проведенных ремонтных работ сотрудниками фонда капитального ремонта ситуация кардинально изменилась. Вследствие ремонта вот этого куска кровли было что-то там повреждено, и потолок стал протекать. После того, когда владелец квартиры обнаружил лужи воды на полу своего балкона, он вызвал представителя подрядчика строительной организации и наглядно продемонстрировал последствия ремонтных работ. Работники фонда капитального ремонта пообещали, что на следующий день все будет исправлено. После чего пришел представитель подрядчика, замазал там на моих глазах, опять же, дешевой мастикой возможные места протечек, сказал, что все будет хорошо. Прошла ровно неделя. И в ближайшее воскресенье, то есть 21 числа, как только пошел дождь, ванночку никто не убирал, снова потекла вода в ванночку. То есть ничего не поменялось. Помимо этого, собственник квартиры недоволен тем, как оштукатурили фасады дома. На откосы окон наложили огромный слой штукатурки, вследствие чего москитные сетки для пластиковых окон стало просто невозможно установить ни на какое из окон в квартире. Сетка за край окна не заходит. Потому что слой штукатурки, наложенный при этом капремонте, при ремонте фасада, не позволяет это сделать. То есть я не могу загнать за верхний гусениц. Евгений Соколов неоднократно звонил, писал жалобы и письма в управляющую компанию и в фонд капитального ремонта, но положительных результатов это не принесло. По его словам, каждое ведомство свои обязанности перенаправляет на другую организацию. Помимо его квартиры, от недобросовестно выполненных ремонтных работ пострадало еще несколько жильцов из других квартир. Главная причина – некачественное перекрытие крыши. От собственников других квартир от последнего этажа также поступали жалобы. Владелец квартиры 118, дома 12 на улице Интернациональная, надеется, что в скором времени все недочеты капитального ремонта будут устранены. Семен Иванов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».